Продолжили спортивные выходные соревнования по греко-римской борьбе. Открытое первенство города состоялось на ковре Сока Снежный. Помериться силами слабытнанскими борцами приехали представители Воркуты и поселка Варгашор. К сожалению, по финансовым причинам не смогли приехать, несмотря на то, что подали предварительную заявку борцы из Печоры и Вуктыла, республики Коми. Поэтому всего два десятка спортсменов в возрастных категориях от 13 до 16 лет и в семи весовых категориях от 42 до 71 килограмма выходили на борцовский ковер для того, чтобы выявить сильнейшего. Традиционная для этого вида спорта система, когда соревнование состоит из нескольких кругов. В итоге из соотношения количества выигранных и проигранных схваток и складывается победа или поражение. Особенностью этого турнира стало большое количество очень коротких боев, длящихся менее 20 секунд. Это говорит о значительном преимуществе одних борцов над другими. Спортсмен растет только во время соревнований, потому что это серьезный стресс, психологическая обкатка, проверка своего мастерства. То есть в сложной психологической ситуации он должен сориентироваться и применить все свои знания, умения и навыки по отношению к сопернику, то есть выиграть соперника. Это огромная проверка, это огромная контрольная, которую нужно сдавать периодически. Если чем чаще эти контрольные мы сдаем, тем лучше результат в дальнейшем, в будущем. Мы готовим юношей к взрослой жизни, то есть готовим спортсменов для большой арены, олимпийской арены. Это одна из приоритетных задач наша. В итоге каждый спортсмен провел по три схватки. И больше всего побед осталось за воркутинцами. Они заняли первое общекомандное место. На второй позиции – лабытнанцы, и на третьей – представители поселка Варгашор.